утомительно это дело, уборка. Трёшь, трёшь тряпкой, а пыль только размазывается. Ты, наверное, тряпку редко споласкиваешь. Да при чем тут тряпка-то? Дело-то не в этом. Ну, а в чем? А в том, что мы не своим делом занимаемся. Вся эта уборка, все эти швабры, тряпочки, это же девчоночья работа. Как это девчоночья? Ну как, для девочек. Пускай этим он Шуня занимается. Ну, Шуня же у нас одна, как же она справится? А что тут справляться? Подумаешь, тряпочку намочить, пыль протереть. Подумаешь, веником помахать, а? Это же ерунда, а не работа. Вот мы с тобой, это же другое дело, и работа у нас должна быть совсем другой. Что, не согласен? Согласен. А какая другая? Сложная, тяжелая. Там кирпичи таскать, доски пилить, гвозди такие огромные забивать. Но, в крайнем случае, что-нибудь к чему-нибудь привинчивать. А тут-то, скука сплошная. Ну, наверное. Ну вот Шуня говорит, что вся эта работа по дому, она много сил требует, что, мне кажется, не справится. Да это она сама придумала. Да, чтобы мы за нее половину работы делали. Это из-за нее мы тут вот силу свою на ерунду тратим. Знаешь, надо ей показать, что все вот эти домашние делишки – это мелочь по сравнению с серьезными делами. Ну а как? А очень просто. Пусть она сама сравнит. Попробует настоящей работы, больше так говорить не будет. И вот мы, Шунечка, с Зубком решили, так уж и быть, мы всю твою работу возьмем на себя. Правда? Угу. Да. А у нас только одно условие. Ты всю нашу работу будешь за нас делать, согласна? Ну, согласна. Нет, ты хорошо подумала, а? Это ведь не просто кирпичи, понимаешь, таскать, доски, понимаешь, это пилить. Приколачивать там, привинчивать. Да согласна я, согласна. Заканчивайте уборку, а я пойду кирпичами и досками займусь, раз вам так нравится. Ковсик, что-то она так быстро согласилась. Она, наверное, думает, что справится. Ну и что же теперь нам? Дальше порядок наводить, что ли? Ну, я думаю, мы пока понаводим так, понемножку. А потом Шуня сама к нам прибежит, поменяться с нами попросит. Ну, ладно, давай попробуем. Давай попробуем. Так, что тут? Так, вот здесь еще протру. Тут чистенький цветочек. Ну, как дела? Полы подмели, пыль протерли? Почти. Вот, сейчас закончим. А как у тебя дела, справляешься? Ну, конечно, а чего же не справиться? Кстати, как по-вашему, еду готовить – это девчоночья работа, а? Ну, конечно. Ну, тогда, как вы только с уборкой закончите, принимайтесь за ужин. О, уже ужин готов. Так это мы с удовольствием. Да я говорю, принимайтесь ужин готовить. Ну что вы на меня так смотрите? Мне сейчас не до вашей девчоночьей работы. У меня свои дела. Ты, вот те раз. Что-то, похоже, она не устала еще. А ты, Ковсик, устал? Честно говоря, устал. А ты? Я, честно говоря. А как же мы будем ужин готовить, а? Ой, не знаю, Зубок. Может, мы зря все это затеяли, а? Да нет, давай еще немножко подождем. Я думаю, минут через пять Шуня все-таки устанет и прибежит. О, видишь, 5 минут не прошло. Ну, вы закончили? Ну, совсем немножко осталось. Вот, совсем-совсем. Ну, так заканчивайте скорее. Ужин уже готов. То есть, как готов? Что, сам вдруг приготовился? Коксик, ну как же он сам приготовится? Я приготовила. Ты? А как же наши дела? Да, как-то, не задалось у меня с ними. Что значит «не задалось»? Пришла я во двор, смотрю, кирпичи вроде разгружать не требуется. Стройки-то у нас нет, доски пилить тоже сегодня никто не просил. А все, что нужно приколотить и привинтить. Ну, еноныч вчера уже привинтил и приколотил. Ну, вот я побегала по дому, поискала, ну, что еще можно вот поделать. И решила ужин приготовить. Ужин? Но ведь это же... Тихо, Коксик, молчи. Ну, не могла
девчоночья она или мальчишечья. Ну не все ли равно? Мы же все вместе общее дело делаем. Друг для друга, правильно? Ну, правильно. Ну вот если бы вы уборку не сделали, я бы ужин приготовить не успела. Так что вам большое спасибо за помощь. И тебе, Шунечка, спасибо за ужин. Представляю, какие вы голодные! Ведь это домашняя работа, она много сил требует. Не каждый с ней справится. Не каждый, правда? Ну, конечно, а вы справились. Какие вы молодцы! Давайте скорее попрощаемся с ребятами и пойдем ужинать. Ой, точно, пойдем, пойдем. До завтра! До свидания, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях, скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.